До недавнего времени огромной популярностью пользовались постройки из кирпича, пенобетона и других материалов, которые гарантировали долгосрочную эксплуатацию и полную безопасность. Использование технологии строительства из легких стальных тонкостенных конструкций позволяет возводить здания и сооружения как для коммерческого, так и для индивидуального пользования. Технология была разработана в 1950-х годах в Канаде и распространилась в Северной Америке и Европе, а в настоящее время широко применяется и в Кыргызстане. На данный момент строения из ЛСТК постепенно вытесняют остальные виды благодаря своей дешевизне проектов. Компания «Каркас Кейджи» на сегодняшний день – крупнейшая компания Кыргызстана, которая занимается всем спектром работ в сфере строительства из ЛСТК, тем самым обеспечивая строительный рынок качественными и доступными по цене объектами коммерческой и жилой инфраструктуры. Понятие «каркасное строение» стоит воспринимать буквально. Здание действительно будет состоять из внутреннего каркаса, который будет обшиваться с внутренней и внешней стороны специальными материалами. Для внешней и внутренней обшивки используются как листовые материалы ЦСП, ОСБ и фанера, так и погонажные – блокхаус, вагонка или имитация бруса. Внутренности стен наполняются любым утеплителем – стекловатой, минеральными ватами, пенополистиролом или пенопластом. Основная нагрузка здания распределяется на каркас. Своим клиентам компания «Каркас Кейджи» предлагает строительство объектов самой разной сложности и направленности. Универсальность технологии позволяет в краткий срок возводить самые сложные с виду объекты – коттеджи, таунхаусы, малоэтажные здания до 4 этажей, ангары для нужд промышленности, производственные базы, гаражи и склады, коммерческие помещения, торговые комплексы, административные здания, социальные и спортивные объекты, больницы, школы и многое другое. Компания «Каркас Кейджи» также занимается и производством профилей из оцинкованной марки G550. Профиль шириной от 90 мм до 140 при толщине металла от 0,8 до 1,2 мм. Профиль производится на высокоточных новозеландских станках на территории около города Бишкек. При этом металл покрыт алюминий-цинковым покрытием по 150 граммов на квадратный метр, что дает защиту металла от коррозии до 100 лет. В будущем именно этот профиль станет основой строительства объекта. При проектировании металлоконструкции производится обязательный расчет нагрузки на специальном программном обеспечении Scott Steel. При выборе будущего проекта необходимо учитывать ряд определенных факторов. Каркасная технология считается самой экономичной для возведения индивидуальных домов и объектов коммерческой недвижимости. Небольшой вес помогает сократить затраты на фундамент. Быстрый монтаж позволяет ввести строение в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Строения из ЛСТК обладают высоким коэффициентом энергосбережения и помогают значительно сократить расходы на отопление. Простые и удобные объекты обладают высокой теплозащитой, устойчивы к деформациям и имеют высокую жесткость. Поверхность материалов обшивки может использоваться без дополнительной обработки, что позволяет значительно сократить затраты на отделку. Одной из отличительных черт компании «Каркас Кейджи» является скорость возведения зданий. Средние сроки возведения одного объекта – 2,5-3 месяца без понижения качества конструкций. И при этом достаточно приемлемая и доступная цена. Во всем мире строение из металлокаркаса самой лучшей стороны зарекомендовали себя именно у представителей малого и среднего бизнеса, так как срок возврата вложенных средств в коммерческие объекты самые минимальные, соответственно, они окупаются в 3 раза быстрее. Также процесс строительство не требует использования тяжелой техники и кранов, тем самым уменьшая конечную стоимость строительства. Одним из самых разрушительных и опасных катаклизмов из всех известных человечеству является землетрясение. Именно поэтому все больше и больше людей в Кыргызстане отдают предпочтение использованию в строительстве легких и прочных стальных конструкций, которые имеют массу преимуществ перед другими строительными материалами и смогут обеспечить дому достаточный уровень сейсмостойкости при землетрясениях различной магнитуды. Строение по каркасной технологии выдерживает землетрясение до 9 баллов по шкале Рихтера и ветер 260 км в час, 72 метра в секунду. На сегодняшний день каркасное строительство является не только самым популярным и недорогим способом возведения строительных объектов, но и полностью обеспечивающим долговечность, функциональность и комфорт. Одним из самых больших преимуществ строений являются широкие архитектурные возможности. При использовании ЛСТК возможно перекрытие пролетов до 24 метров. Это позволяет архитекторам максимально использовать внутреннее пространство, создавать оригинальные планировки. Все внутренние инженерные системы, водопровод, канализация, электрика, отопление и вентиляция при этом прокладываются в стенах.
На сегодняшний день каркас KG – это успешно развивающийся в строительной отрасли бренд, который успел за короткий период зарекомендовать себя на рынке как компания с высоким качеством предоставляемых услуг и с уникальными инструментами решения поставленных задач. Миссией компании является сделать доступным для всех непревзойденное качество и надежность конструкций, непрерывно совершенствуясь и исследуя рынок. Глобальная цель компании – стать признанным лидером на рынке строительства, внедряя инновационные конкурентные решения. Компания, безусловно, лидер по количеству возведенных объектов по технологии ЛСТК. Только за первые полтора года существования компании было возведено уже более 70 объектов. На данный момент их уже насчитывается более 200 объектов жилой и коммерческой инфраструктуры.